Здравствуйте, дорогие ребята! Каждый раз при нашей новой встрече я с большим удовольствием говорю вам «Здравствуйте, ребята!» Здравствуйте, ребята! Сейчас у нас речь пойдет о безопасности жизни на воде. Вот скажи, непослуха, ты умеешь плавать? Дедуля как-то учил. Надо с детства учиться плавать и хорошо держаться на воде. Но при этом нельзя забывать о том, что при купании обязательно надо соблюдать правила безопасности на воде. Во-первых, под водой, на пляже, речке или в пруду на дне могут быть коряги, стекла, ржавые консервные банки и прочая колючая гадость. Так что берегите ножки. В воду надо заходить осторожно и внимательно смотреть под ноги. Во-вторых, не умея хорошо плавать, купаться надо только на мелководье и только под присмотром взрослых. Игры и шутки в воде тоже должны быть безопасными. Нельзя наваливаться друг на друга, дергать за руки, за ноги, топить друг друга даже в шутку. Щекотать, дразниться, вот так. Нельзя купаться в неизвестных местах, ведь даже на мелководье под водой могут быть ямы и овраги, в речках омуты, водовороты. Будьте осторожны! Вы, мои милые малыши, впервые знакомитесь с водой дома. Она течет из кранов на кухне и в ванной. Просто так ради забавы водяные краны открывать не следует. Вода, текущая из незакрытых кранов, постепенно собирается в лужицы. Потом лужи превращаются в маленькие озерца. И дома начинается настоящий потоп. Вода из горячего крана может быть как кипяток, можно обвариться. А теперь для самых маленьких не надо пытаться в ванне дышать водой, когда ты ныряешь в нее с головой. Водой могут дышать только рыбы. Впереди у нас новый мультфильм. Ура, мультик! И как раз на ту тему, о которой мы только что говорили, смотрим все вместе. Нынче летом жарким солнышком согрета будет в озере вода. Нас она манит всегда. Можно в городском саду поплескаться на пруду. Или, что гораздо хуже, просто повозиться в луже. Ох, как хочется купаться, прыгать, плавать, кувыркаться. Но на дне лежат осколки, стекла, кирпичи, иголки, трубы, старые ветки, камни и рыбачьи сетки. Много мусора в воде. Берегитесь, быть беде. Если глубоко нырнуть, очень просто утонуть. А поэтому без мамы не ходите к речке сами. Дорогие ребята, наш урок подошел к концу. И я очень надеюсь, что никто из вас не забудет новое правило осторожности. Покедова, детишки, до встречи!